о сожалении. У каждого человека есть такие поступки, о которых он сожалеет. Нет таких людей, которые бы не сожалели о чем-то, о каких-то упущенных возможностях, о каких-то словах, сказанных сгоряча. То есть люди постоянно о чем-то сожалеют. Если есть такая ситуация, то просто надо раскаяться. Я сделал плохо. Я прошу прощения у тебя за то, что так произошло. И если не отпускает, нет чувства спокойствия после прощения, то есть человек не чувствует, что произошло прощение, то можно сказать: «Я буду молиться за этих людей, чтобы им пришла благость». Потому что если они в адских мирах, потом в будущем им будет помощь. То есть вот так нужно закрыть это энергией молитвы. То есть молиться за тех, кому причинили боль. Это можно вот только так сделать. Происходит так, что душа проходит очищение, и им хорошо, и человеку хорошо. Вообще безгрешных людей не бывает, иначе бы человек не был бы в этом среднем мире. Его бы уже давно забрали, если бы он был абсолютно чистым.